Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2. Так, мы закончили, победили первого большого монстра. Вот. Встретились с Садой. Договорились работать вместе. Ушли из полицейского участка уже окончательно. И пробираемся потихоньку к лаборатории через канализацию. Леон! Эта женщина была... Я должна поговорить с ней. Итак, Леона ранили. Нужно найти виновницу этого происшествия и выбить из нее всю информацию. Жучки-паучки. Гэсси, если я не ошибаюсь, то ты тот человек с картой. Идентифицируй себя. Эйда. Эйда Вонг. Эйда Ванг, я слышала это имя раньше. Теперь я вспоминаю. Один человек из Чикаго приехал, чтобы помогать исследовать вирус Т и использовать имя девушки как пароль. Я думаю, Эда и Джон. Как ты узнал? Кто ты? Аннет Беркин. Мой муж ответственный за разработку вируса Т. Вильям Беркин. Что? Джон мертв. Он стал одним из этих зомби. Мои соболезнования. Но... И хотя я жалею об этом, ты скоро к нему присоединишься. Я не разрешу никому забрать у меня вирус G. Вирус G? Оно может создавать наилучшее биооружие. Его потенциал превосходит вирус T. Это означает, что та тварь в полицейском участке — это... Точно. Мой муж Вильям. Это все ошибка Амбреллы. Ничего бы не случилось, если бы они не пытались украсть у него исследование. This way. Сюда. Мой G-вирус просто идеален. Никто его у меня не отнимет. Вот он. Вы таки добрались сюда. Доктор, мы должны взять G-вирус. Простите, но я не отдам вам работу всей моей жизни. Стой, можешь повредить колбы. Вроде бы все в порядке. Выметаемся отсюда. Уильям, о боже! Подожди, дорогой, я тебя спасу. Подожди меня. Альфа, вирус у вас? Так точно, мы покидаем здание через одну минуту. Понял. Вы хотите сказать, что он своими руками заразил себя G-вирусом? G-вирус имеет способность восстанавливать жизненные функции. Что это было? Здесь что-то не так. Давай проверим. Вон там. Схавай это, урод! Я пытаюсь его остановить.
Скорее. Что за чертовщина? Огонь! Огонь! Ах ты скотина! Итак, это крысы-носители вируса. В результате его вирус стал причиной трансмутации. Вильям потерял все воспоминания, которые у него были до этого. Даже хуже. Каждый вирус G включает биооружие и имеет способность имплантировать эмбрионы в другие организмы. Энн сделала отпрыск. Нет, она бро... Очень плохо. Так, мы узнали много полезной информации. Надо спуститься к Аннет. Забрать у нее G-вирус. Попробовать. Ну и, конечно же, у нас это не получается. Эйда? Так. Не сюда. Возьмем вентиль, то, что он сейчас нам пригодится. Так, ну, в принципе... А. Патроны для ружья, показалось, что это аптечка. Все, идем на поиски Ады. Возьмем медальончик. И патроны, по-моему. Да. Здесь через вентиляционную нам уже не пройти. Придется идти в обход. Через пауков. Пауков можно не трогать. Так, ну, собственно, место, где нужно использовать вентиль. И поднять обратно мост, так как наверху надо будет по нему пройтись. Так, птички тоже попробуем взять. Надеюсь, места на все нам хватит. Смешать.
Да, кстати, сейчас у нас предстоит встреча с самым лайтовым боссом в этой игре. Эйда! Такого бы крокодила в ванной завести. Так. Мы ждем. Ждем момента. Вот и все, в принципе. Весь босс. Леон. Эта пуля дело не облегчит. Тихо, Леон. Я помогу тебе. Это тоже оно. Не стоит. Я только что узнала. Джон мертв. Что? Ничего страшного. Давай просто уберемся отсюда. Чем скорее, тем лучше. Так, Ада нам перевязала раны. Возьмем еще один медальончик. Как раз вот вместо тютелька в тютельку похоже. Дневник смотрителя канализации. 28 июня. Наконец-то мне удалось увидеться с Доном и поговорить с ним после работы. Он сказал мне, что все это время провалялся в постели с какой-то жуткой болезнью. В этом случае нет ничего удивительного, если вспомнить, сколько он уже у нас работает. Он весь обливался потом и чесался, словно прокаженный, все то время, что мы с ним говорили. Я спросил его, не чувствует ли он жар, но он только странно посмотрел на меня. Да что с ним такое вообще? 7 июля. В последнее время шеф Айронс все чаще посещает лабораторию. Не знаю, что он там делает, но раз от раза он выглядит все более угрюмым. Вчера выражение лица было еще и крайне встревоженным. Полагаю, дело в невыполнимых требованиях мистера Биркина. Несмотря ни на что, мне жаль шефа. Он многое сделал для города и не заслужил всего того, что на него свалилось сейчас. 21 июля. Мне редко удается выпить, потому что я работаю в ночную смену. Впрочем, жаловаться мне особо не на что, ведь в конце концов этим я зарабатываю на жизнь. 16 августа. Сегодня шеф Айронс пришел позже обычно, выглядел темнее ночи. Я попытался взбодрить его шутками, но это только еще больше разозлило его. Он выхватил пистолет и ткнул мне им под нос. Мне едва удалось угомонить его. У этого парня явно проблемы с психикой. Впрочем, он точно знает, что ему не войти в лабораторию без моей помощи и медали. Интересно, что в его понимании означает служить и защищать? 21 августа. Уильям сказал мне, что полиция и пресса начала расследование дела Амбреллы. По его словам, расследование затронет весь город, и вполне возможно, что ищейки доберутся даже до канализации. Он попросил меня приостановить все работы в канализации до завершения расследования. Канализация по-прежнему будет использоваться для прохода, но он настоял, чтобы я был предельно осторожным и пригрозил, что я потеряю работу, если кому-нибудь станет известно о том, что тут происходит. Так, все. Теперь валим ставить медали.
Так. Не знаю, почему он не выкидывает вентиль. То, что вроде как бы больше его задействовать не придется нигде. Вроде как. Так, сейчас проснутся зомби. Их тоже трогать не будем. Так, здесь все надо сделать быстро, чтобы пауки не успели. Опа. Похоже, один прибежал. Патрона нет. Нет, здесь ничего нету. Запустим. Отлично. Своими машинами. Отстрелили Биркину палец. Кстати, он не валяется нигде. Нет. Растворился, наверное. Так, здесь лежит ключик. Можно подсветить его, в принципе. Вот он заблестел. Ну, а те, кто знает, могут даже не подсвечивать, а так взять. Вот. Ключик для шкафчика. В лаборатории там. В шкафчике там находятся полезные штуковины, улучшения для... Давай, давай, быстрей. Во. Отлично. Так, а здесь у нас улучшение для ружья. Отлично. Так, перезарядить сразу. Потому что тоже тут не один ходит. Thank you.
там, по-моему, я не помню. О, тут аптечка. Нифига она зафигачила такого. Так, нету места. Выкладываем ключик. А, не то сделал. Берем магнум. Это тоже выкладываем. Так, для ружья патроны. Отлично, у нас уже там поднакопилось нормально, в принципе. Вот. Магнум мы взяли, что сейчас нам предстоит встреча с Уильямом Биркиным. Так, здесь у нас, по-моему, ничего... А, нет, что-то есть. Патроны для пистолета. Так. Надо будет ключ, по-моему, взять. А места-то нету. Что-то выложить надо. Ладно, а выложим мы пистолет, короче. То, что он сейчас нам все равно не нужен будет. Возьмем лучше еще одну аптечку. Так, траву взял. Просто траву. Ключ от поезда, от панели управления, панели запуска, от лифта, то есть. Поезд еще рано нам ездить. Эйда, ты меня слышишь? Давай, скажи это. Так, ну вот у наш Уильям Биркин приперся. Пришло время сразиться с ним. Thank you.
И бой начался. В принципе, я думаю, здесь магнума хватит. Все, с ним справились. Не умирай, Эйда! Давай! Просыпайся! Ну давай же! Добро пожаловать. Эй, не волнуйся, мы сейчас внутри секретной лаборатории Амбреллы. Я пойду поищу что-нибудь, чтобы справиться с этим, поэтому отдохни чуть-чуть. Но я буду тебя тормозить с этими ранами. Иди, спасай себя. Послушай, это моя работа — заботиться о тебе. Ты будешь в опасности, если останешься со мной. Мы недолго знаем друг друга. Но мне очень понравилось с тобой. Я знаю, что не могу ни о ком заботиться. Но я не хочу терять тебя. Мы уйдем отсюда вместе. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь. Так, патроны для магнума еще лежат. Отлично. Патроны для дробовика. Еще одна аптечка. Кстати, нам даже аптечки не пришлось тратить. Что меня и порадовало. Так. 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 Возьмем, наверное, УЗИшку постреляем. Да? Ну что, и на этой ноте я заканчиваю эпизод. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Оставляем комментарии под видео. С вами был Валерий Хаус. До новых встреч. Всем пока. We'll be right back.